Здравствуйте, дорогие зрители! Вы, наверное, хотели посмотреть проект «От пацанки до панянки». Ссылка на новую серию будет под этим видео, как только новая серия появится. А сейчас я вам предлагаю посмотреть, как живут пацанки после проекта. Женя Мазур перестала употреблять наркотики. Юлия Бандитка вернулась с Киева, потому что закончились деньги. Пока что она еще без работы. Вернулась домой. Алехина и Синяк, оказывается, на проекте дружили и продолжают приятельские отношения и после проекта. Катя Большакова после того, как вернулась домой, поговорила с дедушкой, рассказала ему о своем прошлом, и он ее поддержал и даже заметил, что она стала женственней. Сабина завела YouTube-канал. Все девушки занимаются Инстаграмом, зарабатывают на нем, поскольку они сейчас на пике славы. Если вам интересно, как найти девушек в Инстаграме, у меня есть видео и об этом. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!